Всем привет! Сегодня 14 августа. И вот собрал сорта, которые сейчас у меня есть. Тут ремонтантные и КСД, которые сажал поздно. То есть вот сажал их где-то месяц назад. Это на следующий год урожай хочу собрать. Так, сейчас вот мы... У меня есть весы. Сейчас взвесим экземпляры. Особо интересные. Так, начнем с Мурано. Посмотрим сейчас. Вот, например. 27 грамм. То есть это неплохо. Сейчас, может быть, найдем побольше. Вот. 35, может быть, даже будет. 33. Так. Ну, тут особо крупнее-то и нету. Так что будем считать 33 грамма. Дальше смотрим. Крапа 10. Двадцать с половиной. Сейчас посмотрим, что покрупнее найдем. Вот, например. 23. Ну, вот сейчас еще одну попробуем. Может, вот такую вот. Очень плотная, красивая. Ну, 24,5 практически. Ну, там были покрупнее, до 25 грамм. Так, Флорида Бьюти. Или просто Бьюти. Так. 20,5. Ну, тут есть, конечно, здоровая вот такая. Вот немного оспа ели. Тридцать семь грамм. Пока что рекорд. Вот тут еще большая очень. Вот крапа 10, как раз таки. Крапа 10 попалась. Крупная. 35 грамм. Нет, Флорид Бьют. Сейчас еще посмотрим, может быть. Вот такая. 27,5. Ну, вот они. Самая крупная была 37. Так. Что у нас еще из ремонтантов? А, вот еще Эверли есть. Эверли, вот, наверное, самая крупная, которая попалась. Ну, это, конечно, кустики были слабенькие, совсем дохленькие. Кое-как я ее реанимировал. И вот, что получилось. Ну, почти 30 грамм. Вполне достойный такой, хороший. Сорт сладкий очень. Так, также у меня есть Кабрила. Вот Кабрила, посмотрим. 30 будет, наверное. Почти 30 грамм. Такая вот Кабрила. Так. Вот Ирма еще есть. Ирма. Мы сейчас проверим. Ирма. 33 грамм почти. Ну, 32. Наверное, самый крупный, который был. Ну, я только начинает плодоносить. FF1604. Двадцать один с половиной. Ну, это было гораздо крупнее, это уже последний. Очень сладкий сорт. Так, давайте посмотрим. Такие. Это слабенькие кустики были, конечно. Вот. То, что у меня получилось из КСД, который сажал поздно. Вот скала. Так, сейчас мы ее.
скала. 24 грамма. Так, ну, финел вот они маленькие совсем. Ну, вот можно взвесить. Чуть покрупнее. 20,5. Эми совсем мелкая. Получилось, кустики маленькие были. Вот она. По 10 грамм. 10 грамм.